По сценарию учений, за поломки оборудования произошло обесточивание в деревнях Белиутово, Калиновка и поселке Горки-Ленинский. Без электроэнергии остались более 500 жителей, а также два социально значимых объекта. И пусть сейчас это только учение, электромонтеры, как нужно действовать в подобной ситуации, отлично знают. Производим осмотр электрооборудования, докладываем диспетчеру, получаем команду на отключение электрооборудования. Затем заземляем, опять же, по команде. Схема давно отработанная. Одна из бригад занимается ремонтом поврежденного изолятора, а другая по команде диспетчера включает передвижную электростанцию. А она может работать целые сутки. Электроснабжение должно быть восстановлено за 2 часа, ведь без электроэнергии страдают не только местные жители, но и различные значимые объекты. Например, водозаборный узел рядом с ЖК «Май». По легенде, у нас один фидер на подстанции в ремонте, второй вышел из строя. Соответственно, отсутствует электроснабжение объекта жизнеобеспечения, а именно ВЗУ-27. Решить возникшую проблему выехала аварийная бригада. Они оперативно подключили дизель-генераторное устройство. Его наличие предусмотрено на многих комплексах водо- и теплоснабжения. Таким образом, учения завершились успешно. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.